вечер всем. Ну что ж, лето-то уже на исходе. Аж нос тешится. Значит, мы сейчас в лесу собираем очередную ягоду, костянику. Лихорадка по клубнике уже закончилась практически. Сегодня пойду в поле еще посмотрю. Одна ягода заканчивается, значит, идет другая. Вот такое ведерко я уже костяники насобирал. Вот тут пришел, значит, тут грибы тут вот такие вот всякие. Ну, это подосиновики, подберезовики там. Вот. Ну что, костяника вкусная, полезная ягода. Вообще в лесу очень-очень даже прекрасно. Тихо. Ветерочек. Комаров минимум, тенечек, что это не как клубнику, когда собираешь на поле, там жарище такая страшная. Вот. Ну что ж, сейчас просто будем дальше собирать. Значит, из этой ягоды мы делаем компот из костяники. Ну, варенье, наверное, из нее сложно как-то делать. Вот, хотя, может быть, и можно, не знаю. Но мы компот делаем. Я себе установку сделал, значит, 10 баночек закатать, мы 5 уже закатали, вот еще 5 закатаем и все, наверное. Я думаю, нам на зиму хватит. Нам, может быть, еще угостим кого-нибудь, вот, поэтому. А костяники, слава богу, очень много в этом году. Вот, я смотрю, тут и шиповника тоже много, так что, ну, так вот сейчас будем собирать. Вот она. Опа! Уже такое ведерочко. Вот она. Она хорошо растет вот так кустиками. Веточку раз сразу взял, почистил. И все. Вот, чик. Пошел дальше. Опять тут вот ее обнаружил. Так что, в общем, дай бог, я думаю, я насобираю. Тут, конечно, одной рукой неудобно, но я просто так показать. Находимся в очень красивом таинственном лесу. Почему таинственный? Потому что здесь бывают то грибы, то ягоды. Жалко, тут растет папоротник, но он несъедобный. Ну вот, на такой хорошей ноте мы, пожалуй, что и закончим. В этой костянике, кстати, очень много железа. То есть она очень полезная ягода в этом плане. Thank you.